ж меня снимают? Фильм Маяковский. А, да, об Олеге. Да. Мы его очень любим, вот эти стены его любят. Мы все цветы Маяковского. А давай мы сейчас на небо поставим цветы. Очень талантливый. Люда, его супруга, она была прима в Саратовском театре. Не играла там блистательные роли. Вот Филипп. Его супруга, замечательная актриса. Так что дети, внуки, мне кажется, очень талантливы. Вы знаете, для того, чтобы сказать это, надо очень хорошо знать, допустим, вот то, что Филипп очень напоминает отца, это точно. Манера улыбаться, такой же худощавый, длинный, какая-то манера слушать. Думаю, что и характером тоже, наверное, напоминает. Я не общалась с ним. Иногда только сидела там за одним столом или разговаривала, к сожалению. Он был уверенный в себе. Я бы так сказала, он верил в себе. Но с другой стороны, он очень трудно соглашался, когда ему предлагали какие-то работы в кино, он трудно соглашался. Я его понимаю, я сама очень трудно соглашаюсь, потому что это какой-то момент очень... Это как будто бы ты вступаешь в какую-то другую жизнь с другими людьми, которые должны быть тебе близкими. Которые должны быть родственными душами. И это не часто ты находишь таких людей. Хотя он снимался у очень многих режиссеров, которые его понимали, любили, ценили, и он их ценил. Но тем не менее, он сложно соглашался. Это для него был такой момент, совершенно такой рискованные. Как мне говорят, что это его реплика, или деньги, или слава. Но умел пошутить, и шутил хорошо. С большим чувством юмора был. Вот так что, какой он был. Но если он входил в работу, то он, я действительно чувствовала, что он думал, работал, мучился, готовился. Я свидетель. Я свидетель, я видела, как он готовился к Каренину. Мы приехали в Израиль. И где бы он ни был, он был с текстом, он так уходил в себя, он думал сосредоточенно. Там бассейн, плавают, загорают. Он тоже вроде бы как-то в купальном костюме, но все время с текстом. Неприступный? Нет, он был преступный. То есть даже, как бы это сказать, он был очень демократичен. С ним можно было пошутить, поговорить, выпить немножко. Да. Мы играли вместе в спектакле «Тупое», и я, Саша Сбруев, он... Молодые актеры.
И это нас очень сблизило, и мы ездили по городам и весим, и как-то мы так соединились, как одна семья. Очень серьезно относился к тому, что он делает. Вот это я должна сказать. Серьезно. И не это главное. Он был просто очень хорошим партнером. Очень хорошим партнером. Когда мы снимали «Без вины виноваты», он меня просто удивлял. У него там такой монолог, когда он говорил, как он любит меня. У меня просто вот волосы встали дыбом от этого признания. Я была так взволнована, как будто бы он говорил это мне. И вообще у него поразительная особенность говорить так, как будто бы это он вот так чувствует и думает в эту секунду, в эту минуту. Хотя это был другой характер. Абсолютно другой, чем там, чем он. Это были абсолютно разные мужчины, и в то же время это был он. И у него были такие подробности, интимные, я бы так сказала. В «Чайке», когда он пытается мне там что-то такое, пытался... Боже мой, не могу говорить все равно о нем в прошлом времени. Сказать, я чувствовала, как у него от встречи с Ниной его тело вело себя каким-то странным образом, что вызывало у меня, как у персонажа. Я это чувствовала. И у меня такая, как это называется, ревность. Я это чувствовала все, что он не мой. Не принадлежит мне. Он уже принадлежит мне. И вот такие вот вещи... Вот эти подробности, а мне, для меня это праздник. У меня праздник. Настоящий партнер. Он дарил мне. Но он как бы, я не знаю, думал ли он, что дарит мне. Он существовал так. А для меня это был подарок, потому что это вызывало у меня такие сложные чувства. Сложные, как у любящей его женщины. И также «Без вины виноватый». Он грандиозно сыграл. Грандиозно сыграл своего героя. Вообще он ушел на такой высоте. Это он набирал и набирал и набирал и набирал, как актер и как человек, я думаю. Это такая была зрелость. Это так было удивительно. Я просто... Какие-то вещи меня поражали, и я думаю, как это здорово. Как это здорово. Не плюсовал ничего, не... А каков он, у него небольшая роль в «Стилягах». Какой он там замечательный. И фильм замечательный, и он замечательный. Ну и другие фильмы. Нет, ну так должно было быть. Это закономерность. Я не знаю, что такое баловень судьбы, потому что это тяжелый труд. То, чем он занимался, это... труд. И я думаю, что он думал, размышлял, погружался, может быть, не был уверен в себе,
И потом мне кажется, что Люда его очень поддерживала. Они такая пара, знаете, они как бы вместе все время были. И она его очень, она его очень поддерживала. Но я думаю, что семья для него была, может быть, я не знаю, что для него было, но это было для него самое главное. Надо же было видеть, как он смотрел на своих внука и внучку, как он о них говорил. Они куда-то там ездили отдыхать вместе. Для него это был праздник. Он любил Люду очень. Любил сына, любил семью. Но он и любил свое дело бесконечно. Я даже не могу представить себе жизнь без этого. Потом у него было как бы врожденное чувство стиля. Это очень редкое чувство. Во всем манере одеваться, в манере сдерживать себя. Он никогда, он не был конфликтен. Он не сердился на людей. Может быть, были моменты, когда он испытывал чувство обиды. И мне кажется, у нас в театре был такой момент, когда назначен был на Треплева, нет, на Тригорина, назначен был другой актер, не Олег. А я думаю, что он ждал, что это будет его роль. И я думаю, что он переживал это. Но потом, когда актер ушел, и Марк Анатольевич говорил с Олегом, и мы все возрадовались, что он назначен на Тригорина, на писателя, и пришли на репетицию, Олег знал весь текст. А мы еще там сидели, что-то такое там. Он знал весь текст, он был готов. Но он умен для того, чтобы вот не рассказывать, не показывать, что обиделся. Нет, он умен, он умный человек. И никому он... Даже если были трудные ситуации какие-то, он как бы прощал. Он не носил обиду в себе. Нет. Это трудно сказать, потому что он чувствовал характер. Здесь у него очень много было замечательных работ в театре. В фильмах я не помню, как его фильмы называют, честно, я уже забыла. «Полеты во сне и наяву». Но тоже там какой-то такой он не такой шалопайстый, как его герой. Мюнхгаузен, да? Ой, Мюнхгаузен, замечательная его работа. Может быть, он. Может быть, он. Не знаю, насколько глубоко, но он крестился перед выходом на спектакль. И вообще, наверное, я думаю, молился. И в трудные минуты, и в радостные.
Не знаю точно, но думаю, что так. Думаю, что да. У него были поводы от радости. Он побеждал. Он побеждал эти сложные ситуации. Он во французском театре играл. Он снимался в Англии. Ни на том, ни на другом языке он как бы не мог разговаривать, не владеет ими, но он все знал, он все говорил, причем он работал над произношением. Я не знаю, его женщины любили, а он, конечно, к женщинам относился тоже очень внимательно. Так что у него было много поводов для радости. Много, слава тебе, Господи, что так было. И его нельзя было не любить. Нельзя было не любить. Я очень тоскую по нему, вот правда. Как бы мне хотелось, чтобы он вот был с нами. Очень хотелось бы. Но он был настоящий супруг и настоящий отец семейства. Вот так бы я сказала. Серьезно. И ответственный. И в его жизни случалось очень много интересного. Очень много. Это и предложение сниматься, и спектакли. Его, мне кажется, очень любил Марк Анатольевич и ценил очень. И вот говорила о его вот таком совершенно невероятном, фантастическом взгляде. Писал в своей книжке. О нем очень много замечательных слов. Верных. Это потом это был определенный, очень высокий уровень и человека, и актера. И поэтому рядом с ним можно было только быть рядом, только быть рядом, только вот здесь, там, где он. Он был очень требовательный, кстати. Требовательный. И к партнеру тоже требовательный. Но деликатный. Деликатный. Так что шутил он, острил он, хулиганил. Но вот это важно очень. И, конечно, вверху своего таланта ушел. Вот как-то надо же. Я понимаю, когда уже человек устал, измучился, уже трудно, а он нет. А потом он играл такую трудную роль в последнем фильме «Царь». Труднейшую. Но Каренин в этом плане тоже не подарок. У него сложные были характер. И он брался и делал все замечательно. А как назывался этот фильм, где они вдвоем с Гармашом? Любовник. Любовник. Вот кажется, что он такой. Но я не знаю. Потому что он был в такой ситуации, погружался в эту ситуацию и вот таким вот образом выходил из нее. Кажется, что он такой. Он благодаря своей профессии столько испытывал вот этих разных ситуаций, разного времени.
И он это все понимал. Он... Поразительный актер, конечно. Он смерти боялся? Он был очень мужественен. Очень мужественен. Он меня попросил там в чайке. Говорит, Ин, давай мы не будем ложиться. Там у нас такая сцена, когда мы ложимся на пол вдвоем. Говорит, у меня что-то спина болит. Я говорю, да, давай вот так вот, вот так. Скромно так, как-то очень, даже как-то зависимо, ну что, вдруг я не соглашусь, так мы ляжем. Я говорю, конечно, конечно, Олег, давай так попробуем. У него болела спина, но он вообще приходил в театр и как бы мы не знали, что с ним происходит, как ему больно. Я только почувствовала, когда он мне сказал, у меня спина болит. Вот. И я думаю, что он был мужественен, потому что он мужчина, он уже настоящий мужчина. Мужественен был и в больнице тоже. И, наверное, он не хотел показать своим близким, как ему больно. Думаю так. Я не была в больнице. У него Люда, супруга, уникальная женщина. Она понимала его, берегла, очень вкусно готовила. Когда мы в поезде ехали, то он какие-то котлетки ее доставал, вкусные. Она очень вкусно готовила и следила за ним. Она любила его, и он ее любил. Это были такие два очень близких человека друг другу. Ой, Боже мой, да, вот так вот получается, что Коля заболел, одного партнера не стало. Надеюсь, выздоровеет, пока не стало. А Олега вот нет. Царство ему небесное. Но у него очень много друзей. Очень, которые его любят. И которые ему верны. Так же, как Саша Абдулов. И, конечно, не хватает Олега очень. Очень не хватает. Я испытываю просто. Я испытываю тоску по Олегу. Вымазанный черной краской. Он же хулиганил в капустниках. И был очень смешной. И что он там в трусах каких-то спортивных выходил. Он очень любил похулиганить. И у нас черешневый сад у Михаила Эрнестовича Куснировича, он был там президентом нашего общественного такого собрания. Так он что только не делал, мне говорили, что он переплывал какое-то там озерцо, и там, я не знаю, чего только не делал, и в пионерском галстуке ходил, и... Озорник, но он озорник, конечно, был. Ну нет, но он все равно, у него глаза-то у него такие, он наблюдал, он, но у него глаза такие были не величественного человека, нет. Он демократичен очень. Очень демократичен. Они никогда не отказывали любому человеку, который просил сфотографироваться.
всегда фотографировались, всегда подписывали. Он там рисовал себя. Нет, нет, они с Сашей. И радовался, он мог радоваться за других. Любил актеров. Был доброжелателен. У него не было никакой агрессии. Вот не было агрессии. Спылить он не мог. Нет, он спылить мог, очевидно, по какому-то поводу. Но он не был агрессивен. Никогда. Это не его чувство. Так мне кажется. Я вообще агрессивных людей. Ну, есть, бывает. А он не был, не был. Потом он грандиозно играл Гамлета, и был грандиозно у нас спектакль «Гамлет». Это был художник. Он играл на флейте. И когда случилась вся эта история с отцом, он решил мстить. Он как бы занялся политикой и потерял это чувство. И там, в общем, занялся не очень благовидными делами Гамлет. Погиб. Он был очень хороший Гамлет. Он, кстати, тоже это очень переживал, потому что там какие-то рецензии непонимающих людей, совершенно не имеющих отношения, совершенно не поняли наш спектакль. Просто даже обидно. Потому что спектакль ушел куда-то вперед. Потом Бергман приезжал, и у него что-то было вот от нашего спектакля. Ну, а Бергмане принято говорить, что это Бергман. А тут как-то и он, мне кажется, переживал это очень. А спектакль был очень хороший, на мой взгляд. Я вижу, у нас сохранились какие-то материалы. Очень интересно, очень. И работы были блистательные. Не только у него, но и у Саши Збруева, и у Саши Захарова. Саша Абдулов. Да, это был хороший спектакль.